В Югре начался прием заявок на предоставление поддержки малому и среднему бизнесу. Чтобы получить компенсацию из регионального и местного бюджетов, нужно заниматься социально значимым предпринимательством. Причем в каждом городе список приоритетных отраслей свой. Зачастую в нем есть парикмахерские услуги, общественное питание и просто семейный бизнес. Так компенсацию можно получить на покупку оборудования и аренду помещения, услуги ЖКХ и обучение. Здесь тоже действуют территориальные особенности. Например, в Сургутском районе возвращают расходы на рекламу до 40 тысяч рублей в год. А еще пользуется популярностью субсидия на консалтинговые услуги. Это когда предприниматель за отдельную плату привлекает к своим делам бухгалтера или смежного специалиста со стороны. Округ и район в таком случае возвращают до 60 тысяч рублей в год. В администрациях муниципалитетов готовы дать консультацию про предоставление мер поддержки. У нас выделено порядка 3 миллионов, это на данный момент. То есть подано заявок пока 3, но 17 предпринимателей у нас были уже на консультацию, то есть приходили с пакетами документов, мы их консультировали, они отправились на доработку. И ну, вот в ближайшее время тоже планируют сдать, то есть по факту денежные средства будут освоены. Бизнес я открыл совсем недавно, в конце, получается, 2021 года, в декабре месяце. За поддержкой обратиться решил, потому что хочу собрать кухню намного лучше, профессиональнее, чтобы как бы качественнее продукты давать. Поэтому хотелось бы помощи небольшой, потому что оборудование в данное время очень дорого стоит, тем более профессиональное оборудование.